Искусствоведы обращают наше внимание на наскальные рисунки первобытного человека, который обводил по контуру отбрасываемую тень животных. Сегодня работа с тенью и светом помогает воплотить любые образы. Вот, например, в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина его всеми узнаваемый силуэт. Ильдар Абитов оценил оригинальные настенные портреты. Приветствую вас, коллеги. Доброе утро еще раз, дорогие наши телезрители. Портрет Александра Сергеевича, его, наверное, видел каждый из нас, но вот этот вариант исполнения отличается от всех остальных. Это тень, а отбрасывает ее вот такие незамысловатые предметы. Это губка для мытья посуды, леска, фольга, гусиное перо. На что обращают авторы свое внимание при создании таких арт-объектов, нам прямо сейчас расскажет экскурсовод Владислав Емельянов. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте, что очень важно при создании такого вида искусства. Очень важно правильно подобрать расстояние от фонарика до самого объекта. Вот в данном случае у нас снеобразующий элемент, это верхняя часть работы. Мы можем проверить это очень просто. Если поднести руку, видите, тень у нас сходится. Вот первый створ моста, тут второй, лучше, наверное, так показать. И вот он шпиль. Вот да? Он шпиль, вот да, он шпиль. Действительно. А что это за панно? Это панно иорданцев. Они нам его подарили, но здесь очень важный момент. Есть момент символизма. Есть такая легенда, очень хорошее, на мой взгляд, что этот лес, да, с картины Шишкина, сам Шишкин списал с гравюры, на которой был запечатлен сосновый бор на Заячьем острове. Ну и, соответственно, в самой композиции мы тоже видим Заячий остров. И на самом деле, самое, наверное, любимое развлечение, которое можно здесь провернуть. Можно посводить и поразводить мосты. Давайте. Попробуйте. Итак, друзья мои, прямо сейчас, давайте, вот у нас сейчас разведены мосты, и прекрасно. Ну, мы свели вместе со шпилем. Как-то у нас так получилось. Ну, город заснул, все-таки мосты разводят ночью. Итак, город, может быть, в тенях заснул, но мы-то с вами просыпаемся. И вот подходим еще к одному очень интересному экспонату. Расскажите про него. Да, на первый взгляд, может быть, он покажется таким сложным, но здесь у нас зашифрована арабская надпись. Вот она. И даже если вы не знаток арабского языка, вы это слово 100% знаете. Приветствую, салам алейкум, я думаю, что многим знакомо. Здесь из этого приветствия всего лишь одно слово. Аль-салам, мир. Ну и попробуйте подсветить. Ага. Как видите, здесь у нас символ мира. Да, птичка. Появилась птица, и вы мне за кадром сказали, что ее можно как-то заставить лететь. Как это сделать? Все верно. Если вы сейчас плавно поводите фонариком, вот, видите, то она может даже замахивать крыльями. И создается эффект полета, конечно же. Мы сегодня говорим о том, что свет играет прям важнейшую роль при создании теневых работ. И вот давайте сейчас выключим свет, предложим нашим телезрителям прямо сейчас посмотреть на один из портретов и, может быть, угадать, а кто же изображен здесь. Владислав, у вас, я не знаю, какой-то лысый мужчина, судя по всему, да, с жабо. Кто это? Лермонтов. Похож, действительно. Но это его современник в любом случае, современник Лермонтова. С этим портретом на самом деле достаточно сложно, потому что без света мы здесь можем увидеть и Лермонтова, и Михаила Васильевича Ломоносова. Давайте 3, 2, 1, откроем завесу тайн. Да, Гоголь. Николай Васильевич Гоголь. Прекрасно. Выполненный в стиле... Да, и зубочисток. Владислав, спасибо вам огромное. Друзья мои, ну вот так вот, немножечко поменяв свой взгляд на обычные вещи, вы можете увидеть целые пейзажи и целые какие-то арт-объекты, казалось бы, в очень обычных, простых вещах при помощи света и тени. Коллеги, вам слово.